Итак, всем привет, добро пожаловать на мой канал. В сегодняшнем видео хотела бы с вами поговорить о помаде, одной из моих самых любимых на сегодняшний момент. Это помада от Estée Lauder, серия Pure Color Envy. Я сейчас скупила 6 оттенков и думаю, что это не последние помады в моей коллекции. Это кремовая помада, которая идеально наносится, питает, увлажняет, ни капельки не сушит губы. Если ее промокнуть при помощи салфетки, помада становится идеально матовой, содержит в себе комплекс из 4 питательных масел, нереально красивые оттенки. И что мне еще нравится, даже когда помада сама съедается, пигмент еще очень долгое время держится на губах. И вот за все время использования этих помад мои губы совершенно не испортились, то есть они не пересохли, не пересушены, ничего с ними не произошло, не растрескались. Очень часто говорят, что матовую помаду долгое время носить нельзя, потому что портятся губы. Эта помада не 100% матовая, я бы больше ее отнесла именно к кремовой помаде. Но, как я уже сказала, если промокнуть верхний слой салфеткой, то нереально красивая матовая помада получается, которая очень долго держится, питает, увлажняет губы. Ну, в общем, сегодня я хочу вам продемонстрировать все те оттенки, которые у меня есть. Именно потому, что я сама очень долгое время искала отзывы на нее, свотчи, как все это выглядит. Я постараюсь при дневном, при естественном освещении вам ее показать поближе. У меня, кстати, есть 4 вот таких вот полноразмерных, 2 маленькие миниатюрки, которые доставались мне из наборов от Estée Lauder. И еще мне при покупке вкладывали пробники этих помад, поэтому, наверное, 8 или 9 оттенков сегодня я вам покажу. Надеюсь, что это видео будет для вас полезно. Что видео было для вас полезным. И если это так, не забываем ставить пальчик вверх, подписываться на мой канал. Обязательно увидимся в моих новых роликах. Всем пока-пока!